Как не быть ведомым, как научиться отказываться? Вы должны знать, слово «да» является одним из самых сильных слов манипуляции. Вы знаете, что манипулирование другими людьми – это плохо? Так вот, когда человек говорит «да», то он забывает о том, что мозг наш, он не успел подумать. Именно поэтому человека воспринимают, или человека, который тут же говорит «да», воспринимают обычно как слабохарактерного, его воспринимают как несосредоточенного на своей жизни, мимолетного или, возможно, несерьезного. Почему? Потому что перед тем, как сказать «да», нужно подумать. А когда человек говорит «да, сделаешь, да», все это манипуляция, человека уже заставили. Для того, чтобы этого не было, человек должен произносить слова или научиться произносить следующие слова «я подумаю». Ему говорят «да», он говорит «я подумаю». Вот тогда к человеку начинают относиться хорошо. Один мой знакомый рассказывал историю. Говорит, ты представляешь, я прошел твои ступени, Андрей Андреевич, и взрослый такой мужчина, и моя жена в очередной раз, она постоянно ездит к своей подруге, я знаю, что не к подруге, и она ездит постоянно к подруге там какой-то, каждую субботу и каждое воскресенье у нее подруга, она к ней ездит в гости, потом поздно приезжает, пьяная, веселая такая. И в очередной раз говорит там, Егор, Егор, можно я уеду к своей подруге? Там меня Марина приглашает, там еще будут девочки из нашего института и так далее. Она преподаватель института. А он говорит, нет. Сначала говорит, я подумаю. Она говорит, ты подумал, давай я поеду. Он говорит, нет, я не хочу, чтобы ты ехал. Я хочу, чтобы мы сегодня вместе провели вечер. И она вытаращивает глаза, говорит, да кто ты такой? Ты что здесь рот вообще открываешь? Вы представляете? Отличная семья у них. Он говорит, для меня было таким шоком. Любимая моя женщина, которая тут же меня целовала, облизывала и говорила, да, любимый, можно я поеду? Я сказал, нет, ей первый раз в жизни. Она вытаращила глаза и говорит, да кто ты такой вообще? Рот свой закрой, иди накройся крышкой. Катастрофа. Вообще катастрофа. Ну, бывает и такое.